Я всех приветствую на нашем канале, дамы и господа. Сегодня мы приехали в жилой комплекс, который называется курортный. Вы, наверное, уже заметили. Вот такая маленькая детская площадочка. К сожалению, она закрыта для того, чтобы вам показать. Но здесь общая большая придомовая территория общего комплекса, поэтому под каждым, наверное, есть корпусом небольшая такая детская площадочка. Все основное вон там находится. В общем, вот такая вот территория в окружении, получается, лесопарковой зоны до моря. Здесь порядка, наверное, 1,5 километров, может быть, чуть меньше. Вот такие вот корпуса уже построенные. Сегодня мы посмотрим с вами 4 квартиры. 2 из которых у нас чистовые ремонты и 2 новые квартиры. То есть, да, у нас появляются новые какие-то проекты, которые мы будем реализовать и, конечно же, с вами делиться всей интересной информацией. Напомню, что черновой ремонт у нас стоит 16 тысяч за квадратный метр вместе с учетом всех материалов, но так как у нас до конца июня есть возможность сэкономить, минус 1000 за квадратный метр, то есть 15. И это касается не только этого комплекса, а всех комплексов, в которых мы выполняем работы. Что касаемо чистового ремонта, здесь мы будем уже после планировочного решения, которое мы создадим, либо если у вас есть дизайнерский проект уже готовый, то мы, конечно же, можем вам все это дело просчитать отдельно, потому что заранее нельзя сказать, будет ли ламинат, будет ли у вас кварц-винил, будет ли у вас керамогранит, стены, покраска, обои и так далее, какие потолки. В общем, ремонты ремонту рознь. Поэтому за квадратный метр по чистовому ремонту здесь нужно просчитывать более детально. Поэтому оставайтесь с нами, поставьте лайк нашей работе и не пропустите сегодняшний обзор по жилому комплексу курортный. Итак, 4-й этаж у нас. Давайте я вам покажу. Квартира номер 9. Значит, это студия. 22 квадратных метра. Здесь распланировали ее вот таким вот образом. То есть это у нас прихожая вот в этой части. Блоки висят пока. Это будет все в мебель прятаться. Натяжной потолок со световыми линиями. Здесь кондиционер. Можно сказать, вот такую вот небольшую малышку делают люди для сдачи в аренду. Особенно посуточно. Дверь скрытого монтажа, она очень гармонирует, видите, под покраску, то есть не видно никаких наличников. Здесь у нас керамогранит широкого формата, 1,20 м на 60 м, вертикально, на полу 60 на 60. Смотрите, интересно, как сделали, сейчас убрал вентиляцию. Вот, смотрите, какая отдельная есть лампочка, как ночник. Стиральная машина, полотенцесушитель электрический. Далее здесь люк скрытого монтажа, там приборы учета, гигиенический душ, инсталляция, кнопочки еще не хватает. И вот так вот распланировали свободные планировки душевую. Как вам такой вот вариант? Потому что слишком узковато было и по-другому уже делать было невозможно. Все уже установлено, квартира уже, можно сказать, сдана. Вот у нас есть последняя возможность снять готовый ремонт, потому что сейчас уже завозится сюда мебель. Сейчас вам все покажу. Видите, углы под 45 градусов. Аккуратненько, ребята, все сделали. И когда вы покупаете двери скрытого монтажа, их нужно покупать заранее, потому что в чистовом ремонте мы устанавливаем их на польное покрытие. И, соответственно, здесь нужно сделать не деревянные какие-то доборы, да, смонтировать, получается, угол 45-90 под кафель. Дальше. Здесь уже завезли холодильник. Ну, это встраиваемый, который будет устанавливаться. Вот. И смотрите, вот это одна обычная комната с балконом. Вот это кухонная зона. Здесь будет устанавливаться еще кухонный гарнитур. Трековые вот такие вот светильники. Наш потолочник Денис все это делал. Вот. Стены здесь под покраску. Вот такое панорамное окно здесь в пол. И очень интересная такая вот
батарея. Это у нас такой дизайнерский вариант. Вот, на полу обычный ламинат. Так, давайте выйдем на балкон. Балкон здесь по сочинским меркам, да, шикарненький, да, потому что бывают совсем маленькие аппендиксы. То есть на таком балконе, который, кстати, не застеклен, можно спокойно поставить и сушилку, и белье посушить, и ротанговую мебель, кофе, чай попить и полюбоваться вот такими вот видами. Если бы чуть выше мы были на этаже, тогда бы здесь просматривалось море. А вот это у нас жилой комплекс «Морская симфония», господа. В общем, здесь вытащили светильничек. В общем, на этой квартире работы наши закончены. Оцените результат работы жилого комплекса курортный. Вот на примере, грубо говоря, вот готового, полностью готового ремонта можете к нам обращаться, и мы вам все в подробностях расскажем, покажем по поводу курортного. Так, следующая новая квартира в соседнем прям корпусе. Числится номер 8. Вот такая вот на 5 этаже. Монолитные здесь перекрытия, потому что есть еще один этаж мансардный. Счетчики на тепло, холодно-горячее водоснабжение, канализация, вентиляция, санузел и кухонная зона. Вот такая вот небольшая, получается, 25 где-то квадратных метров студия, которая имеет вот как раз-таки, как я говорил в прошлом видео, вот панорамный вид на море. Вон там уже ходят катера, люди отдыхают. Отсюда вид идет в сторону центра Сочи, Хвостинский район. И остальные вот корпуса красной металлочерепицы или черепицы, не знаю. Наверное, черепицы все-таки. А вот корпусов ЖК курортного. Ну что, отличная студия. Четко планируется, не узкая, нормальная. Потому что вот в «Морской симфонии» более длинные студии. Там 35 квадратов, они еще туда уходят. 10 квадратов еще длины. Это одна. И санузлы, да, будут небольшие. И еще одна квартира, в которой мы делаем уже чистовой ремонт. Соседняя. Давайте я вам покажу. Вот таким вот образом у нас завершены работы по санузлу. Здесь применена плитка керамогранит 1,20 м на 60 см. Двух цветов. Вот здесь светлая и темная. Душевая получилась вот такого темного цвета. Вот здесь уже... Что вот здесь осталось доделать? Так. Уже у нас подготовлены стены. Напольное покрытие уже также уложено и закрыто. Тоже вот такая вот студия для отдыха. Только есть балкончик, ну и прямой такой же вид на море. Ну, напишите в комментариях, с балконом, без балкона, потому что за балконом в любом случае платите все те же самые квадратные метры. По стоимости у нас здесь такого нету в Сочи, чтобы это был там коэффициент как у ФЗ объекта, поэтому полностью придется платить. Стены еще раз скажу, что готовы под обои, завозят уже вот дальше чистовой материал и будем продолжать. Поэтому кому интересно, следите за нашими выпусками по жилому комплексу курортный. Мы обязательно вам все детально расскажем и покажем. Вот как раз продолжение разговора по поводу двери скрытого монтажа. Она не скрытая, но здесь обычная. Ну, либо обычная, да, вот, которая устанавливается на напольное уже покрытие. И необходимо углы под 90 сделать плиткой, поэтому еще не сделали, ждали дверь. Поэтому вот плитка, она лежит, и сейчас дверь уже, вот она, готово, ее установят и дозавершат плиточные работы.
Так, дальше мы идем по коридору и попадаем в одинаковую черновую, такую же зеркальную квартиру. Почему говорю квартиру? Потому что статус здесь квартиры, не апартамент. Потому что для многих зрителей, конечно, статус квартиры – это и прописка, и все остальное. Надо это понимать. Вид, конечно, классный. Пятый этаж. В коридоре стоит лифт. Он пока еще временно не работает. Но когда все сделают ремонт и заселятся, я думаю, все здесь будет работать, функционировать, как вот в тех корпусах, ближние, которые уже давно сданы, и все функционирует. Кому нравится курортный, пишите в комментариях. Я для вас сейчас оставлю информацию с правой стороны, сколько здесь стоит недвижимость. Если нужна какая-то инвесторская перепродажа, вы звоните. У нас есть ребята-специалисты, которые подберут вам наиболее интересный вариант. Вот. На территории детская игровая площадка, там есть Озон, там есть Wildberries, в общем, Яндекс доставки, все это есть. И перед въездом в жилой комплекс курортный, огромная парковка, есть подземный паркинг, все это можно приобрести, я думаю, в дальнейшем даже снять в аренду, проблем не будет. Адлерский район, улица Ленина. Так, у нас буквально завтра сюда приедет прораб и будет замерять две квартиры для планировочного решения, по которому мы строго выполняем все работы. Оно у нас входит в стоимость чернового ремонта. Напомню еще раз, что он стоит сейчас на сегодняшний момент 15 тысяч за квадрат, потому что у нас есть акция. До этого 16 тысяч. Что туда войдет? Планировка квартиры, которая вас устроит. Вы буквально за несколько дней утверждаете планировочное решение полностью, где мы совместно с вами расставляем всю мебель, все розетки, сантехническую всю разводку кухни, сантехническую разводку и все необходимые сантехнические моменты, приборы и так далее в санузле. Значит, завозим черновой весь материал. Это у нас блоки газосиликатные, десятку мы используем, штукатурку, электрику. Сантехническую всю разводку делаем, электрику мы устанавливаем по потолку, устанавливаем щиток с автоматами, подрозетники, все это проверяем, также записываем на видео для отчетности. Сантехническую разводку, значит, для холодного горячего водоснабжения, также отопление, которое будет у вас установлено здесь. Вывозим отсюда мусор, он тоже входит в стоимость, выносим. И заливаем стяжку пола. Вот это вот сегодня, на сегодняшний момент, до конца июня стоит 15 тысяч. Поэтому воспользуйтесь этим предложением. Вот сейчас, в данный момент, человек воспользовался двумя квартирами, заключил с нами договор и сэкономил 50 тысяч рублей. Я думаю, что это существенная скидка, с учетом того, что у нас только все дорожает, ничего не падает в цене. В общем, подписывайтесь на наш канал. Я уверен, что вам понравился этот обзор. Вот, смотрите следующее видео. Если вам нужна информация по готовым каким-то объектам, не стесняйтесь, звоните, пишите, я вам ссылочку скину готовых наших проектов, и вы посмотрите наши готовые работы. Пока!